Автор – Анара Рамазанова. Категория «Молодежная политика». Автору блога – министру национальной экономики Республики Казахстан Сулейменову. Уважаемый министр, я работаю в ауле по программе «С дипломом в село». В 2014 году в рамках этой программы я приобрела жилье в кредит в Зерендинском районе Акмолинской области. По условиям программы я должна проработать в ауле в течение 7 лет и вернуть кредит в течение 15 лет. По условиям данного контракта я проработала 4 года. В связи с замужеством я не могу продолжить свою работу в этом селе. Можно ли изменить условия контракта, учитывая, что мой общий стаж работы в селе составляет 7 лет? Уважаемая Анара, согласно пункту 2 статьи 383 Гражданского кодекса Республики Казахстан, если после заключения договора законодательством устанавливаются обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда законодательством установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из заранее заключенных договоров. Таким образом, правила договора, заключенного между вами и уполномоченным районным органом, остаются без изменений. По данным Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в период с 2009 по 2016 годы в рамках программы «С дипломом в село» в сельскую местность было привлечено 46 631 специалист. Им было выдано подъемное пособие на общую сумму 9,3 миллиарда тенге, а 19 тысячам специалистам выданы бюджетные кредиты на приобретение жилья на общую сумму 43,6 миллиарда тенге. В разрезе отраслей из общего числа прибывших специалистов в сферу образования привлечено 33 400 человек, здравоохранение – 9 800, культуры – 1 300, спорта – 616, социального обеспечения – 403 и агропромышленного комплекса – 1 110 человек.